Приветствую, друзья и подписчики. Опять же, очень такая старая покупка. Она уже давно была сделана, просто как-то не было возможности ее переснять, потому что она довольно большая. Вот такой большой китайский пакет. Ну, наверное, буду частями выкладывать, потому что вещи разномастные, и все это было в одном пакете почему-то. Начну, наверное, с хэбэшных вещей. То есть это вот такие носочки. Они один в один сложены, были вот в таких пакетиках маленьких. Они хлопчатобумажные, серенькие, безразмерные вроде как. То есть, ну, они растягиваются. Брала для того, чтобы на ночь одевать, то есть какие-то кремовые маски делать на ноги и одевать на ночь. В принципе, ничего не могу сказать. Очень хорошие носочки. Нитки не торчат, они мягкие. Вот одной парой уже, да, ну, пользовалась довольно долго, не знаю, где-то полгода, наверное, и ничего с ними не случилось. Не пахнут, пахнут заводским или кремом, чем-то таким. В общем-то, довольна, ничего сказать не могу. Если ссылка сохранилась, обязательно ее оставлю, потому что носки просто замечательные, и цена у них, в общем-то, тоже хорошая. По-моему, у того же производителя, почему производителя? У того же продавца, по-моему, если нет, ну, в любом случае, я все ссылки оставлю под видео, потому что уже не помню, это было давно. Брала я такие вот, ну, типа как, лосины-колготки, то есть они по плотности как колготки, но у них нету как бы мысочков, они заканчиваются как лосины. Вот здесь вот. Вот. Брала двух цветов, такие вот, не знаю, как показать, темно-зеленые, такого изумрудного цвета, и бордовые, такого свекольного. Ну, опять же, то есть они, в общем-то, не особенно длинные, то есть их длина где-то около метра. Ну, может, 90 сантиметров. Но они очень хорошо тянутся, то есть до полутора метров растягиваются. И вроде как было написано на сайте, что они безразмерные, то есть можно надеть на очень крупную девушку. Ну, не знаю насчет очень крупную. Но, в принципе, они растягиваются прилично. Вот, думаю, что будет неплохо. А, кстати, у них есть нюанс, я, правда, не поняла этой фишки. Сзади, внизу, на ноге, на штанине, сделана вот такая дырка. Я, честно говоря, ну, думаю, наверное, что это для пятки. Но меня гложут смутные сомнения вообще, для чего это сделано. Она как бы, ну вот эта штанина, да, скажем так, она не имеет никакого изгиба, она абсолютно прямая, и на ней дырка. Зачем? То есть, если вы знаете зачем, напишите мне в комментариях, потому что я не понимаю, зачем эта дырка сделана, причем она сделана именно вот насквозь, и она обмётана по краю, то есть ее никак не заделаешь, не зашьешь, если только отрезать полностью штанину и подшивать, но тогда они будут короче. В общем, я не понимаю назначение этой дырочки. Если вы с этим сталкивались, напишите мне, пожалуйста, что это такое. Кстати, забыла сказать, колготки, ну как колготки, лосины, они внутри теплые, с таким начесом ворсистым, даже не знаю, как сказать, наверное, шерстяные. По крайней мере, на сайте было написано, что где-то процентов 80 там шерсть есть. Ну, будем верить, хотя по ощущениям, вот когда их трогаешь, они как будто бы все-таки синтетика. Вот, и в принципе, на этом текстильное все. Такие были мои замечательные покупки. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и не пропускайте новые видео. Пока-пока.